Приветствуем вас на нашем канале Адольф Юрьев и наша команда. На сегодняшний день производим такой легкий обзор относительно нашего иконостаса, который мы доделываем. В данный момент, получается, перед вами находится Максим. Максим, поприветствуй всех, помахай. Что мы делаем в данный момент? В данный момент Максим своеобразно грунтует, скрывает нитролаком фрагмент иконостаса. Значит, те или иные моменты, которые так или иначе мы показывали, а показывали в формате раздельного положения, где вырезалось. Недавно вот вышло видео относительно это чего? Это положение, вот именно лоза, да, как она нарезается. Соответственно, как ранее мы показывали, производится после этого нарезания эта тонировка, а именно спиртовой морилкой. Потом это оттеняется наждачкой. И примерно вот таким образом выходит. То есть завтра мы выдвигаемся в церковь, соответственно, мы уже в церкви заснимем более полный цикл, как это все установится. Три таких больших огромных щита, это там центральная позиция, где будет тайная вечеря. И, соответственно, две боковины. Вот стоит, получается, у нас еще один щит, примерно сдалека он выглядит вот так. Вот он. Специально на расстояние его сейчас поставили, потому что с расстояния смотрим. Вот так вот оно смотрится. Весьма эффектно. Весьма броско. То есть в целом вот, такая вот позиция. Вот давайте вместе, кстати, со многими людьми я разговаривал относительно, в особенности с резчиками, которые так или иначе говорили, что, допустим, на общем фоне у нас сольется композиция, да, допустим, по резьбе. Почему мы, допустим, используем положение оттенения и прочее? Вот смотрите, даже на расстоянии я покажу. Вот я специально отхожу очень далеко, именно далеко. Приблизительно, но очень... Сколько здесь, Макс, примерно шагов мы сделали сейчас? Шагов 30, да? Ну вот смотрите, даже позиция, вот фактически представить, когда человек заходит в церковь, да? Ну вот. То есть его картинка, вот так вот он примерно видит. Даже если мы поставим на расстояние, то есть броско. То есть я, допустим, сейчас смотрю реально, все это очень эффектно видно. Броско, то есть понятно. Почему я это все говорю? Я говорю к тому, что, то есть, преимущественно большинство иконостасов, где делают, допустим, те или иные художественные позиции, элементы и фрагменты, зачастую очень часто сталкиваемся с чем? Как правило, используют, да, по золоту, либо там что-то наподобие данного, но в целом вся картинка, по большому счету, она сливается. Для того, чтобы рассмотреть, что конкретно сделано теми или иными мастерами, человеку, как правило, необходимо подойти на расстояние приблизительно метр-полтора, дабы просто реально рассмотреть. В нашем случае все отчетливо видно. Так что, ребята, примерно вот такой вот обзор сделан. Вот так вот легкий фрагмент мы показали, чем на данном этапе занимаемся. Все, считаю, доходчиво, ясно, понятно. Вот так вот прорезано, вот так вот сделано. Самое главное, никакого ЧПУ, все исключительно вручную. Да-да, кстати, бусинки винограда, именно винограда, они делались флажком, именно. Не отлогими стамесками, как принято принимать. Именно. Как вы видите, сейчас последний момент. Кругленькие, четко ясно видно. Именно. Смотрите. Отчетливо вообще. Вообще. Вот так вот. Все, с наилучшими пожеланиями, Адольф Юрьев и наша команда. Наблюдайте дальше внимательно за происходящими событиями. Мы готовимся в этом месяце, как говорится, на 20-ю международную выставку во Львове. Мы фактически уже подготовились, так что смотрите, дальше будет очень интересно. Как всегда, повторяюсь, приглашаю всех желающих посетить выставку, познакомиться с нашей командой и со мной лично в целом. Все, хранит вас всех Бог, до следующих встреч.